Доброе утро, дорогие телезрители! Поделимся одним совершенно необыкновенным, супер-мега-здоровым рецептом. И несмотря на то, что наш салат сегодня очень удивительный, он настолько же и простой. И он будет состоять из манго, моркови, листьев салата, и все это будет заправлено ягодным соусом. И я хочу обратить ваше внимание, что сейчас именно в феврале, таком скупом на тепло месяце, мы можем покупать замечательные плоды манго. В этот миг на полках магазинов они будут максимально приятные, максимально пригодные, да, для салатов и других кулинарных изысков. При выборе манго очень важно обращать внимание на его внешний вид. Он должен иметь мягкую структуру, он должен легко нарезаться, чиститься и быть достаточно ярким и красочным, как, в принципе, те страны, которые он представляет. Если мы говорим про полезные свойства манго, то я бы назвала ее тропической черникой. Именно в манго содержатся вещества, которые помогают сохранить остроту, да, зрения. Плюс ко всему, в манго большое количество витамина С. Манго рекомендуют всем, у кого есть вопросы с почками, да, и с мочевым пузырем. Но самое интересное – это все-таки фрукт сладкий. И я бы его рекомендовала сладкоежкам. Самое главное, в манго содержатся такие редкие микроэлементы, как селен и хром. Очень часто, особенно женщины, испытывают тягу к сладкому, когда в организме не хватает хрома. Дело в том, что наш салат содержит большое количество минералов и витаминов. Витаминов группы В и витаминов ПП. Также стоит отметить, что лактуцин, который входит в состав нашего салата, замечательное вещество, которое не только стабилизирует работу нервной системы, что, в принципе, очень важно, но также способствует хорошему сну и замечательному усвоению пищи. Манго, стружка, морковки, вместе это все мы соединили и получили совершенно необычное сочетание. Именно соус оттеняет и позволяет нам дополнить эту замечательную картину. Мы использовали замороженные ягоды, мы добавляли гвоздику молотую и мы все это приправляли медом. Ягодную смесь, обязательно добавьте чуть-чуть маленькую щепотку молотой гвоздики, да? Это да. Придаст пикантность. Пикантность и небывалый аромат. Обращаю ваше внимание, если вы используете мороженые ягоды, их ни в коем случае нельзя использовать без термической обработки. Иначе вы можете нанести, скажем, вред, да, своему самочувствию. То есть вы должны либо их промыть кипятком, да, после того, как они разморозятся, либо, если вы взбили их в каком-то блендере, смесь довести до кипения. Таким образом, вся патогенная флора, если вдруг, не дай бог, она была вот в этом пакете, вы его купили, погибнет, и вы сможете наслаждаться уже только хорошим качественным продуктом. Наш салат готов. В понедельник что делает? Разгорается. Вот, а мы желаем в этом феврале всем нашим телезрителям, женщинам быть активными, дружелюбными, мужчинам жить такой вкусной жизнью и полезной.